Привет, друзья! В этом видео показываю вам новотель Beach 5 звезд. Первая линия в Nama Bay. Ребят, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всей полезной информации, чтобы все ваши путешествия были только самыми положительными впечатлениями. Погнали! Так, ну что, заходим в отель. Первое, что нас встречает, холл отеля. Слева у нас ресепшн, где туристы регистрируют свое проживание. Время заселения стандартно европейское 14:00, выселение 12:00. Справа, в принципе, кресла, стулья, диваны, столики, где можно присесть. В холле работает кондиционер, здесь приятно, комфортная температура и... В принципе, никакой ароматизации воздуха я не чувствую, но запах тут абсолютно нормальный. В общем, пойдемте пройдемся по территории, посмотрим территорию. Так, ребята, значит, смотрите, вышел на террасу за холлом отеля, и тут у нас сразу видно, в принципе, практически всю территорию отеля. Справа у нас бассейн. Играет легкая софт-музыка. Ну, давайте пройдемся дальше через территорию. Посмотрим ее состояние. Что здесь есть. Посмотрим пляж. Смотрите, какие интересные, красивые, ребят. Вообще такие огроменные. Что это, кусты, деревья? В общем, ну, все ухожено, ребят. Тут сразу с порога вот видно, что все гораздо лучше, чем на отель Palm, который на второй линии. Бассейн, ребят, глубина сколько, метр. Ну, в этой части 1,20 м. Шезлонги деревянные, с мягкими матрасами, ну, покрашенные белой краской. И дальше мы идем в сторону пляжа, ребят. Такая узенькая территория получается. Вот у нас променадная дорожка. Вот справа у нас такая кафешка. Вчера я здесь был вечером, и тут очень-очень громко. Не, не очень громко, тут классно пели музыкант, ну, в общем, тут был певец какой-то на итальянском, пел вообще классно все. Вот, ну, атмосферное местечко, людей много было, видно, всем это все нравилось. Так, и вот мы на пляже отеля, на отель Beach. Также самое это пляж отеля на отель Palm. Песчаный пляж, обычный, типичный египетский песок в перемешку с мелкой галькой. Шезлонги такие же самые, как возле бассейна, деревянные с мягкими матрасами. И вот, ребята, наш песчаный, ребята, заход. Просто вот идеальный песчаный заход. Я смотрю, вот свободно. Туристы заходят по шею здесь, но внутри, ребята, там все-таки где-то, по-моему, все-таки есть коралловый риф. Может, за буйками? Вот, туристы мне рассказывали, что скромный, примитивный, но он есть. Самое главное, вот наш песчано-галечный заход, где тут спокойно ходят босичком. Хотя, ребят, так как это Красное море, все мое, все равно моя рекомендация обувать специальную обувь. Вот он, песочек, поближе вам показываю. И просто, ребят, потрясающие виды на залив Nama Bay. Вон в той части, ребят, в конце пляжа, там находится самая такая активная инфраструктура. Вечером там
работает много кальянных, кафешек, баров, ресторанов. В общем, там просто нереально круто и весело. Смотрите, в другом видео я делал обзор всего этого. Так, ребят, ну, я вам показал пляж. Мне он просто очень сильно нравится. Однозначно, это одно из лучших мест для отдыха с детками, чтобы детки могли хорошо, безопасно, спокойно зайти в водичку и здесь поплавать в Красном море. Для тех, кто не умеет плавать, это тоже однозначно один из лучших вариантов. Для тех, кто собирается зимой на отдых, Шарм-эль-Шейх — это тоже один из самых лучших вариантов. В общем, ребят, тут наград очень много. Смотрите мой топ отелей. В другом видео я там рассказываю, какой отель, какой категории относится. То есть для зимы, для детей, для активного отдыха. В общем, это я все рассказываю в отдельном видео. Давайте вернемся все-таки к отелю Новотель Beach 5 звезд. Значит, вот мы возвращаемся уже. Ну, территория, она компактная, очень компактная. Значит, еще один важный момент, ребят, касательно номерного фонда. Значит, часть номеров выходит с видимостью на проезжую часть. Может быть, кому-то что-то не понравится. Но, увы, так устроен отель. На данный момент, на октябрь 2019 года, бич полностью в стопе. Все номера просто забиты. И это только октябрь. Ребят, зима просто будет вообще. Это отель переполнен, вы сюда за 2 месяца не попадете. Поэтому, если вы хотите зимой комфортно и хорошо отдохнуть, бронировать это все нужно сейчас, пока еще есть места в этом отеле. В общем, на этом все, ребят. Номер я вам не показываю. Туристы, которые у меня отдыхали, вопросов у них по номеру не было. Вроде бы, значит, более-менее нормальный номерной фонд. Они ничего не доплачивали, чтобы у вас, ну, чтобы был номер лучше. Вот, ребят, вот, стоп. Смотрите. Вот наши номера, которые выходят на проезжую часть. Увы, увы, ребят, но с этим ничего не поделаешь. Они есть. Ну, меня еще турист ни один не попал сюда. Ну, так вот везло, что туристы не попадали в эти номера. Но, ребят, как бы, я не знаю, если кто-то отдыхал, и номер был, видите, как бы на проезжую часть, вон балкон, и вот с балкона вот то, что они видят, то, ну, может быть, не совсем комфортно, там, ну, шумность и тому подобное. Ну, меня еще туристы не попадали в этот номер. Так что, если что, вы отдыхали здесь, напишите в комментариях, как оно отдыхается в этих номерах, которые выходят с видом на проезжую часть. Ну и в целом, как бы, напишите по отелю, что вам нравится, что не нравится, когда вы здесь отдыхали зимой, летом, весной, как вам понравился отдых, не понравился. Напишите ваш отзыв в комментариях под этим видео, что вам по питанию понравилось либо не понравилось. Обязательно напишите все это в комментариях, я почитаю. Если есть вопросы, ребят, пишите тоже в комментариях, задавайте, я буду стараться вам дать ответ на ваши вопросы. В общем, подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео, жмите на колокольчик, будут приходить уведомления о новых видео обзорах на моем канале. Смотрите мои видео, и тогда все ваши путешествия будут только с положительными впечатлениями. Ребят, пока-пока.